Уже на второй минуте россияне застали врасплох голкипера гостей. С передачи Савина отличился Денисов. Но вскоре португальцы сумели отыскать брешь в нашей обороне. 1-1. В дальнейшем небольшое преимущество было у российских футболистов. Незадолго до перерыва западноевропейская сборная осталась в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Перейру. Хозяева поля сумели вновь выйти вперед в начале второй 45-минутки. В штрафной соперника самым расторопным оказался Набабкин. А в середине тайма Савин замкнул прострел Тарбинского, увеличил разрыв в счете. Итоговый результат уже в компенсированное время установил с пенальти капитан нашей команды Денисов 4-1. Ответная игра пройдет 10 октября в Португалии. Победители этого противостояния выходят в финальный турнир континентального первенства, который состоится в июне следующего года в Голландии.